Канаде расследуют обстоятельства стрельбы в средней школе. Жертвами вооруженного старшеклассника в городе Лалош стали 4 человека. По данным местных СМИ, подросток из пистолета сначала убил дома двух братьев, а затем направился в учебное заведение. Полиция начала во всех без разбору еще на школьной парковке. Затем ворвался в здание и смертельно ранил ученика и 23-летнюю преподавательницу, единственную дочь мэра. Еще несколько детей отправлены в больницу, двое в критическом состоянии. О своих преступлениях стрелок отчитывался в соцсетях. Мотивы его действий неизвестны, идет допрос.